1 килограмм 990 граммов. Именно столько весил самый большой улов одного из призеров ежегодного турнира по рыбной ловле. Он традиционно прошел на Куе в районе озера Харитоновка. Впрочем, как признались сами участники, для них был важен сам процесс, а соревнования и номинации – это уже дело второе. Завоевывать призовые места в номинациях участники турнира начали уже через 3 минуты после старта. Первый трофей достался Кульнуру Ахтарову – опытный рыбак с удочкой в руках 6 лет. Да и здесь, на Куе, в районе Харитоновки, рыбачат каждые выходные. Но никаких секретов в рыбалке, по мнению Кульнура, нет. Везение, наверное, такое. Или удача. Не знаю. То есть, в принципе, повезти может любому? Да, конечно. Все одинаковые здесь. Всего же участниками турнира стали более 30 рыболовов-любителей. В течение 3,5 часов они усердно насаживали приманку и ждали победного клева. И даже прохладная погода и мелкий капризный дождь не заставил никого покинуть кромку берега. Ведь приехали сюда отдохнуть душой, целыми семьями и компаниями, с группой поддержки и поодиночке. Услышали объявление по радио, решили съездить всей семьей. Нас тут 4, все 4 зарегистрировались. Но пока 3 рыбки на 4. Как заверил главный судья турнира Юрий Спарыхин, заядлый рыбак, 3 штучки – это вполне хороший улов для такой погоды, которая к хорошему клеву никак не располагает. Низкое атмосферное давление сказывается на рыбе. Она начинает вести себя менее активно. И что можно сказать? Люди приехали ведь сюда ведь не только за призами победить все, а просто пообщаться, повеселиться, поотдыхать на природе, подышать свежим воздухом. Я думаю, все нормально, хорошо. Но, несмотря на все козни погоды, конкурс состоялся. Все, что смогли, участники поймали. Добрую половину золота единолично забрала себе семья Сергея и Татьяны Шаповых. Ирина Цепетова, Сергей Качиков, телеканал «Север».